Привет, друзья! Ну а это видео будет про прохождение скилл-тестов вместе с Романом в GTA Online. Я надеюсь, вы понимаете, сколько боли в этих словах. Давайте же ближе к делу. Только я зеленый, прикинь. Я голубой. У каждого шутки пойдут. Секрет. Не ожидал. Да, ну-ка, я сам смотри. Сейчас. Та ёма, я тоже улетел нахуй. Надо не материться. Так, все, тихо. Ой, в смысле, что за хрень там была? Ой, идите вы нахрен с своими скилл-тестами. Сейчас Мейсон Морган покинул сессию. Ты выходишь. Да. Не прошло и 2 минуты. Да. Да твою мать. Видел, да? Да, прям передо мной влетел. Меня сбило нахрен. Попробуй, я перед, ну, на трамплине там маленьком первом, я немножко вправо беру. Да я ближе тоже. К этой горке. Я вправо по максимуму беру. Повезло, спидран! Да что? Я почти уехал, меня какая-то хрень сбила там. Скилл-тесты для даунов. Беру свои слова обратно. Держись! Взял? Нет, еще подожди. Взял! Фух, блин. Беру свои слова обратно. Ну, мне кажется, эта серия уйдет подольше. Да. Я уже первый этап прошел. Нормально, поехали вместе. Так, и куда? Вниз, ты долбанулся, я упаду сейчас. Не упадешь. Воу-воу-воу. Наверх, налево. Да, поздно. Что? О, я взял чекпоинт, кстати. Красава. Вот, я по черной еду сейчас. А куда мне дальше? Вот. Чекпоинт! Твою мать! Взял? Не знаю. Что? Вот. Здесь ветряк или что это? Да, это ветряк. Охренеть. Какого хрена он тут делает? Мейсон привык выживать, а не ездить скилл-тесты проходить. Издалека, конечно, интересно, но... Что-то в GTA с щелями как-то у меня проблемы. Когда... О, повезло. Все, чисто, спидран. 51 FPS, 50 FPS, все, летим. 29, ну, уже плохо. Так, давай. Ветряки, идите нахрен. Бери выше. Тормози! Лови меня! Я думал, дальше ехать надо. О, здорово. Но! Я поймал! Наконец-то! Фух, обосраться. Поехали дальше. Так, куда дальше? Ладно, чисто, спидран. Ага, спидран завтра будет. Не получилось. Мне надо сегодня. Все, смотрим, спидран! Ладно. Алло, почему ты бок... Почему ты крышей на него оперся? Алло! Зачем ты сальтоху делаешь? Все, спидран. Вот какого хрена я здесь подлетаю? Успокойся. Вот гребаные палки. Давай. Ладно, не давай. Давай, это не моя работа. Что? Ничего. Неожиданно. Что? Ну вот, я уже прошел, да. Твою мать! Не прошел? Я врезался, я думал, он повыше будет. Точнее, пониже. Было такое тоже. О, я заехал. Там нужно будет потом еще раз через тот же контейнер первый проехать и в ту же трубу вернуться. Тихо, Рома! Я проехал, твою мать. Ты прям надо мной, здорово. Взял чек? Да, шатал я в рот эти ваши скилл-тесты. А, на зеленую, елки-палки. Не заметил. Ромен, куда мне ехать? Хорошего... О, здорово! Висишь такой. Да, балдёж. Попытаюсь не промахнуться. Ну-ка, от первого лица, чисто, спидран, давай. От первого лица. От первого лица, чисто, смотрим. Понял. Куда ты поехал? От первого лица плохая идея. Все, я прошел скилл-тест. Молодец! Спасибо. Мне... I need help, fuck!
по-русски базарь. Так, я получил чекпоинт. Ты где? Да поможить! Ты где, Ромчик? Тебе помочь? Я в начале, я застрял, упал. Ой, я вижу, летишь там. Я 100% из-за этих конченых дисков не прохожу. Ну-ка. Взорвется? Ай, лампа. А это ламба. А это гелик. Лампа. Да я слышал. Я с пробуксовки, кстати, тронулся. Я, блин, сейчас сам тронусь здесь. С этими скилл-тестами твоими. Это ужасно. Мне хочется плакать. Я уже знаю, какой там стикер у тебя будет стоять. Вон. Так, я поехал. Хорошо, поехал. Ядрить. Подожди меня, я уехал вообще далеко. Я уже долетел свое. Да, я знаю, все, я лечу. Ядрить лететь, конечно. Что-то вижу, там летит, да. Да, летишь, вижу. Выше поднимайся, ты что-то не долетаешь, походу. Нормально. Почти, ну это прикольно, слушай. Так, летишь. По карте смотрю на тебя. Ля, как быстро. Капец, там скорость набрал. Тормози. О, тормози. Куда ты? А, блин. Почти. Охренеть. Блин, это круто. Ядрить я разогнался. Я видел, да, я так же. Тут он капец как на карте уже летел. Я обосрался с этой скорости. Так, что-то... О, вижу тебя. Летишь. О, оттуда никак, да, уже? На камешек тупо приземлился. Нормалды. А как теперь оттуда ты выйдешь? Лечу. О, вижу, летит какая-то хрень. Что это такое? Какая-то хрень? А нахрен я вверх лечу? Ты как раз надо мной спускайся. Shift, все, отпускай все кнопки, нахрен. Ловлю тебя. Попробую как-то тебя словить. Где ты? Здесь! Как я промазал? Как ей управлять? Так, ну-ка. Что я творю? Что я творю? Да лети, не кричи. Падай! Тормози! Тормози! Что я творю? Да я сейчас здесь засмотрю. Тебе надо это будет увидеть. Фу, есть. Да я представляю. Капец, это круто, мне нравится. Я хочу еще раз пройти. Так я тоже хотел. Блин, Рома, побольше таких скилл-тестов мне предлагай. Все, чекпоинт. Ух, спидран. Поехали. Ой, а тут какая-то, спидран по Майнкрафту. Спидран. Блин. Не, ну это изи. Объехал такой. А, ну здесь на мотоцикле это изи. Ты думаешь? Да. Я еще ни разу по такой хрени не катался. Воу-воу-воу-воу-воу-воу! Капец! Прикольно! Оп! А, и куда дальше? А, здесь можно даже не париться, я вот так вообще скатился нахуй. А, финиш, я первый финиширую. Е. Моя 1000 баксов. Блин. Я упал в воду. Ты просто на видосе потом увидишь. Я вижу. Мне просто кадры такой показали и все. Ты видишь, что там вообще он плавает стоит? Да. А, мама звонит. Вот она, стрелочка, Рома. Алло. Вовремя. Кушал уже, да. Понимаю. Макароны, салатик, хлопья, зефир. Борщ, но он меня бесит.